джинсы потерты, кеды поношены. Девочка с глазами грустными, тревожными, бежит кем-то брошена. Пепел в волосах, сигарета натощак, опоздание на поезд и промокший плащ. Остановись, не стесняйся, поплачь. Даже сильные люди любят поплакать и просто ждут момент, но им так хочется верить, что он не наступит осенью в голове. Вы, даже сильные люди, любят поплакать и просто ждут момент, но им так хочется верить, что он не наступит. Девочка бежит, не поднимая глаза. Она бежит и повторяет, что ведь так нельзя. Настроение на ноле, негде его взять. Она устала от людей, надоели друзья. И в сердце застыли вопросы: почему любил, но а теперь смотрит так косо? Почему было легко, а стало так непросто? Неужели это так ужасно в жизни взрослой? Зажав боль зубами, бежит на экзамен в тот универ, куда не хотела, но поступала. Так диктуют правила, так хотела мама. Чего хотела девочка, сама того не знала. Но что-то щелкнуло внутри, и она замерла. Профессор, простите, мне насрать на ваш экзамен. Вокруг молчания, она поднимает глаза и поднимает палец вверх, идите вы все.